Добрый вечер. Здравствуйте. Новости бывают хорошие, бывают и плохие. Мы считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. А в эфире только хорошие новости в программе «Чисто Ньюс». Смотрите сегодня в программе. Болгарский боксер Кубрат Пулев успешно добрался домой после боя с Владимиром Кличко. После празднования Дня Лесника лоси жалились и отвезли Лесника домой. Жена заядлого рыбака из Бердянска рассказала про их первую брачную ночь. В офисах Тбилиси начали вешать вот такие предупредительные объявления. Жители одного из сел Волынской области слишком часто поливали домашний цветок. А столичные пикаперы нашли новый способ подкатить к девушке. Теперь об этих и других новостях более подробно. На выходных в Братиславе состоялась встреча президентов Украины и Словакии Петра Порошенко и Андрея Киски. Словацкая сторона заверила, что будет продолжать реверс газа в Украину, несмотря на уменьшение поставок из России. Так что переговоры прошли успешно. Недовольной осталась только супруга нашего президента, получив от него вечером СМС с текстом «Буду поздно, я у Киски». При формировании Кабмина Украины развернулась ожесточенная борьба за министерские портфели. Наибольшие споры идут за портфели министра связи и министра аграрной промышленности. А вот портфель министра социальной политики и пенсионного обеспечения никто брать не хочет. Петр Порошенко и Арсений Яценюк никак не могут договориться о том, кого назначить на должность министра внутренних дел. Президент предлагает кандидатуру Виталия Яремы, а Арсений Петрович настаивает, чтобы на посту остался Арсен Аваков. Сам же Арсен Борисович активно пытается повлиять на ход событий и уже разослал всем друзьям в Фейсбуке сообщение с текстом «Привет, это Арсен. Я участвую в конкурсе. Пожалуйста, проголосуй за меня. Это не спам». Комитет избирателей Украины заявил, что в Верховной Раде 8-го созыва наибольшее количество женщин за всю нашу историю. Правда, это количество женщин уже превышает число депутатов-мужчин, которые интересуются женщинами. Чтобы депутаты Киевского совета хорошо выполняли свои обязанности, жители столицы предложили вот такой вариант решения этой проблемы. Интересно, что фото сделано в тот момент, когда депутаты были на рабочих местах. Появилась информация, что с Нового года в метро в Киеве подорожает до 5 гривен. В связи с этим киевские власти, по аналогии с Японией, планируют нанять на работу утрамбовщиков. Людей, которые будут заталкивать пассажиров в вагоны метро. Дело в том, что за такую цену, по своей воле, киевляне вряд ли туда сядут. Ну, а о других проблемах городского транспорта расскажет наш эксперт из народа Евгений в рубрике «Род народа». Всем привет, друзья, с вами Жек. Короче, сегодня будем говорить про глобальные проблемы, а именно дураки и дороги. А тех, кто делает дороги, мы говорить сегодня не будем. Поговорим про тех, кто по ним ездит, а именно водилы. Значит, водилы – это те же люди, только очень опасные. Серьезно говорю. Я когда сам первый раз сел за руль, понял, какие водилы все-таки опасные существа. Я как вспомню, как сам езжу, тогда же на зеленый свет очкую дорогу переходить. Да. Так вот, водилы – это не люди. То, что они люди, у меня большое сомнение. Лично я, когда езжу, мне попадаются по дороге одни козлы, бараны, овцы, курицы, ну и другие парнокопыта. Вот. То есть еще говорят, что женщины водят хуже мужчин. Хреновее? Да, но не хуже. Еще базарят, что у женщины за рулем нет логики, и это опасно. А у мужиков есть логика. Нафига ты им машину покупаешь? Вот. Значит, за рулем, ну, если водить машину, как в сексе, да? Значит, мужчина ведет резко, грубо, постоянно вправо, влево. А женщина, ну, пока она заведется, пока она развернется, пока решит, с какой стороны лучше, у мужика уже бензин закончился и в сон клонит. Дальше, значит, один очень умный человек придумал шахматы, а другой, придумал шашечки. И не просто придумал, а подцепил себе их на крышу.
это таксисты. Вот. Значит, таксист это, как он сказать, такая Википедия за рулем. Он знает все про всех. Вот. А дороги, как обычно, не знает. Я одному говорю, нафига тебе навигатор? Он мне говорит, а поговорите. Ну, серьезно, а хотите прикол? Значит, самый Вася опытный таксист может крутить на пальце двухпудовую гирю. Вот. Но хуже водителей такси, Вася, это водители маршруток. Никогда не задумывались, почему маршрутчики так, мягко говоря, хи**о ездят. Я сейчас вам все объясню. Значит, смотрите. Одной рукой, Вася, он разговаривает по телефону. Второй рукой дает сдачу за проезд. Ноги на педалях. Чем ему, Вася, остается рулить? Неизвестно. Вот. Значит, водитель маршрутки прекрасно знает, что в час пик, Вася, в салон маршрутки помещается 345 гривен 50 копеек. Так что, когда он попадает в ад, Вася, его сажают не в котел, а в салон. Да. Кстати, даже в сексе, ну, когда он с женой сексом занимается, Вася, водитель маршрутки останавливается где хочет. Тоже четкий прикол, да? Вот. Итак, Вася, почему у нас такие водилы? Я думаю, что вся проблема в автошколах. Значит, смотрите, я когда там учился, мы должны были обязательно на вождение принести канистру бензина, три памперса, ну, потому что один ученик за рулем, а двое еще сидят сзади и ждут своей очереди. И обязательно каску, потому что у инструктора к концу вождения сдавали нервы. Кстати, инструктора мы прозвали Генри Форд, потому что он придумал схему. Ну, конвейер такой, значит. Автошкола, директор, Вася, $500, права. Вот так вот. Кстати, если выпускники обычных школ идут в кафешку, то выпускники автошколы стоят на аварийке и ждут страховщиков. Короче, надо менять систему изнутри. Я вам так скажу. Чтобы стать нормальным водилой, надо наездить как минимум 10 тысяч километров за рулем и раздать как минимум пару тысяч гаишников. Вот. И самое главное, что я хотел сказать. Знаете, жизнь, она как дорога. И ведет она в одно место всех. Поэтому давайте не будем торопиться, Вася, и смотреть по сторонам, чтобы эта дорога не оказалась слишком короткой. С вами был Жека. Водите четко и не косячьте. Пока. Спасибо, Евгений. А теперь, простите, мне пора спать. В смысле? Именно такими словами Владимир Путин досрочно завершил свое пребывание на саммите Большой Двадцатки в Австралии. Владимир Владимирович сослался на то, что до Владивостока лететь 9 часов, затем еще 9 до Москвы и еще 9 часов добираться от Шереметьево до центра, а в понедельник уже на работу. Ну а в воздухе Владимиру Владимировичу поспать не удастся по понятным причинам. Российский лидер стал своего рода изгоем на саммите Большой Двадцатки. Мировые лидеры избегали встречи с Владимиром Путиным, и тому даже пришлось нарушить правила дорожного движения, чтобы хоть с кем-то пообщаться. Но если руководители стран могли выбирать, общаться с российским президентом или нет, то у животных такого выбора не было. Правда, во время пребывания на саммите были у Владимира Путина и приятные моменты, а именно общий завтрак в формате шведского стола, на котором можно было отведать запрещенные в России деликатесы. Не обращайте внимания на небольшое количество еды в тарелке российского президента. Это был уже далеко не первый подход Владимира Владимировича к столу. А на этом общем фото лидеров Большой Двадцатки российского президента не видно, потому что, скорее всего, именно его и попросили сфотографировать. Возможно, этим и объясняется не очень хорошее качество снимка. Просто Владимир Владимирович щелкал на российский смартфон. На протяжении всего саммита западные лидеры по-доброму подшучивали над российским президентом. Так премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал, что будет ждать Владимира Путина в фойе гостиницы, а сам не пришел. А затем российскому президенту подменили табличку с названием страны. Однако Владимир Путин не растерялся и от имени Республики Корея подписал с каким-то арабом из Российской Федерации несколько важных договоров. Новости ближнего зарубежья. В России с Нового года собираются запретить всю технику компании Apple, потому что информация этих устройств хранится на американских, а не на российских серверах. В связи с этим российские домохозяйки теперь смогут похвастаться стильными досками для резки фруктов, а мужчины использовать гаджеты для более тяжелых задач.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что он делает все возможное, чтобы курс рубля снова взлетел вверх. Жители Караганды стали свидетелями того, как коммунальщики укладывают асфальт на свежевыпавший снег. Позже в коммунальной службе сообщили, что в бюджете не предусмотрены деньги на соль, все они ушли на асфальт. От зарубежья ближнего к дальнему. Во французском музее Лувра отключили отопление. По заявлению финансовых экспертов, до сих пор самый прибыльный бизнес в Китае – челночный. Курьезный случай произошел в Таиланде, где слон похитил двух россиянок и увез их в джунгли. Однако, по данным свидетелей, это россиянки с криками «Слон наш!» сами похитили слона. Тем не менее, мы предупреждаем автолюбителей, планирующих свой отдых в Таиланде. Внимание, у слонов начался брачный период. Сотрудники Королевского шотландского банка откажутся от обращения «мистер» и «миссис» ради транссексуалов. Эксперты считают такое решение честным и благородным, ведь транссексуалу, чтобы стать транссексуалом, тоже приходится от кое-чего отказаться. Властям итальянского города Пиза надоело, что туристы, посещающие город, делают одинаковое банальное фото знаменитой башни. Ну, например, вот такие. И с этим явлением они решили нещадно бороться. Например, вот так. Голландские ученые совершили открытие, подсчитав, что за 10 секунд поцелуя от одного партнера к другому переходит более 80 миллионов бактерий. Ученые уже празднуют открытие и на радостях даже несколько раз обменялись своими бактериями. Новости роботостроения. В Калифорнии роботы-охранники вышли на первое патрулирование территории одной компании. Результатом их первого рабочего дня остались довольны все, кроме уборщиц, которым роботы оставили на полу пару неприятных сюрпризов. Вернемся к новостям из Украины. Состоялось заседание специализированной дегустационной комиссии ГП «Укрспирт» по оценке качества продукции. Члены комиссии рассмотрели 8 видов водки, 11 настоек и 2 ликера. По результатам заседания, как и после прошлого раза, эксперты пришли к единому мнению, что смешивать водку, настойку и ликер больше не стоит. В Кировограде появилось такси пониженного комфорта. Киевская милиция начала операцию «Паутина» по выявлению порнографических материалов в интернете. Более 300 сотрудников милиции взяли отгул, запаслись попкорном и уже приступили к выслеживанию запрещенных материалов. Экс-генпрокурора Виктора Пшонку хотят привлечь еще и к уголовному делу о порче предметов, представляющих историческую и культурную ценность. Фото сделано, когда бывший генеральный прокурор в попыхах убегал из своего дома. На Буковине депутат одного из городских советов организовал бордель у себя в сауне. Давайте не будем относиться к этой новости с осуждением, а просто отметим, что у этого депутата есть организаторские способности. А сейчас мы с удовольствием передаем слово нашему специальному корреспонденту Артему. Здравствуйте, Артем. О чем у нас сегодня репортаж? Здравствуйте, ребята! Ну что ж, продолжим обсуждать с простым народом простое народное творчество. Как и вчера, я спрошу у киевлян, какие смешные политические ролики они видели в интернете и какие из этих роликов им понравились. Да, видел с политиками, вот, например, с Януковича, он видел много, как он елку эту, елку говорил, в городе установили елку. А видел его последнее вот это обращение, когда он кричал «Остановитесь!» Не, какое обращение? Ну, он там «Остановитесь!» кричат. Давайте именно посмотрим. Именно в этом видео? Давайте посмотрим видео. «Остановитесь!» Вот такое интересное видео. Казалось бы, просто, да? А его можно, обязательно. Можно подставить в классику кинематографа. Девочки в пижамах. «Остановитесь!» Ну, какой-то клип ставить.
Кто-то будет петь. Да, вообще, остановите. Я просто скажу, даже он сам поет, знаешь, как шикарно? Не, он не же слышу. Рэпер еще тот. Какой-то видос в интернете, вот смешной, вот видел? Ну да, видел. Про кого? Ну, практически не про кого. Да, видел. Про кого? Практически не про кого. Ну да. Ты на Кличко намекаешь, да? Ну, может да. Может да, а может нет, а может посмотрим, да? Ну да. Очередной шедевр от народа. От я на... Просто Кличко самый смешной политик. Вот, про Царева не видели? Сколько роли. Что? Вы сейчас переспрашиваете или уже цитируете классика? Это цитата классика. Слушай, я вам больше скажу, вот если даже взять кадры Царева и классический фильм, то довольно смешно получается. Абр-абр-абр-абр-вал. А ты вот мультики любишь смотреть? Угу. Да? Нравится? А смотрела мультик такой украинский? Да. «Жил-был пес». Сейчас спою. Смотрела! А ты знаешь, что вот если туда подставить хорошую песню, то этот мультик еще смешнее получается. Не знаешь? Так давай посмотрим. Сейчас спою. Почему только Путин, а Киселев? О, я вам больше скажу, а если Путин с Киселевым? Это вообще капец. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Они же там говорят, что мы тут людей кушаем. Ну? Ну, детей кушаем. Ну? Ну. И что? Пусть боятся нас. Пусть боятся? Да. А мы пойдем покушаем. Мы пойдем покушаем. Да. Пойдем. Мальчик, мальчик, иди сюда. До свидания, увидимся в следующем выпуске. Пацан, стой, иди сюда. Спасибо, Артем. А мы с удовольствием хотим представить вам нашу новую рубрику, которую мы назвали «Дети, цветы жизни». Как известно, ребенку можно простить любую шалость, особенно если это чужой ребенок, и если он шалит далеко от вас. Именно таких детей мы хотели бы сегодня отметить. Итак, безо всяких комментариев, третье место мы отдаем вот этому ребенку. Поздравляем родителей этого то ли мальчика, то ли девочки. Им точно будет чем заняться вечером. Второе место премии «Дети, цветы жизни» мы отдаем девочке с большим творческим талантом. Вот, пожалуйста, посмотрите, какая молодец. Просто золотые руки. Правда, когда вернутся родители, эти золотые руки могут оторвать. Ну а на первом месте 4-летний мальчик из Китая по фамилии Чен, которому в руки попал паспорт его отца. Особую ценность этому рисунку придает то, что в тот момент вся семья находилась за границей в Южной Корее. И с таким красивым паспортом папу назад в Китай выпускать отказались. Так что мальчик не только хорошо порисовал, но и продлил всей своей семье отпуск на целый месяц. Хотим сказать всем родителям, если ваш ребенок сделал что-то подобное, не нужно его наказывать. Просто сфотографируйте и выложите это в интернет. Ну а потом обязательно нужно наказать. Новости спорта в Чисто Ньюс. В сети появилось видео из раздевалки Кубрата Пулева сразу же после боя с Владимиром Кличко. Давай, вставай! Вставай, сказалось. В Сумах уже пятый год не могут проводить на пенсию фотографа женской волейбольной команды. И это несмотря на то, что за всю свою карьеру он так и не сделал ни одного фото с лицом спортсменки. Вчера в Афинах прошли соревнования по вольной борьбе в супер нечестной весовой категории. Ну а сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада сомнительных спортивных достижений, который сегодня посвящен прекрасной половине спорта, то есть девушкам. Итак, на третьем месте гимнастка со своим вариантом утренней зарядки. На втором месте у нас представительница мотоспорта. А
определить победительницу мы так и не смогли, поэтому на первом месте сегодня сразу несколько прекрасных девушек с их сомнительными рекордами. Спасибо девушкам. Ждем от них и от остальных спортсменов новых, не менее сомнительных достижений. Это все новости, которые мы хотели рассказать вам сегодня. Программа «Чисто Ньюс» желает вам мирного неба над головой и родной земли под ногами. До свидания. Пока.